Но, в общем, ощущение того, что кто-то с Марса придет и нас спасет, оно должно, по идее, когда-нибудь истончаться. Да? Когда-нибудь, рано или поздно, это осознание должно приходить. Из него, кстати, могут быть очень разные выводы, но оно должно приходить, потому что ну, до бесконечности так длиться не может, а если так длиться будет, то результаты будут чрезвычайно плохие.